Али, я взываю к тебе, надень меня. Я то, что осталось от золотого наруча. Ты избран для выполнения очень трудного задания, и теперь я служу тебе. У золотого наруча есть пара, серебряный наруч, который овладел душой чужака. Он разрушит наш оазис, если ты не остановишь его. Силы золотого наруча теперь принадлежат тебе. Найди 4 духов, которые подчиняются мне, и останови злые замыслы владельца серебряного наруча. Много лет назад, где-то в отдаленных уголках королевства Оазис, произошла ужасная битва. Сошлись 2 могущественных мага. Рехарл и Агита. Оба волшебника черпали свою энергию из волшебных наручей. Рехарл использовал золотой наруч, чтобы править духами, а Агита — серебряный наруч, чтобы нести хаос и разрушение. В тяжелой схватке оба они погибли, а наручи считались навсегда потерянными. И что ж, мои дорогие друзья, всем большой привет, с вами, как всегда, я Дезертир, у меня что-то немножечко с голосом, но я думаю, это пройдет. В общем-то, я решил поспоминать тут офигеннейшие игры. В наше будет время, это будет офигеннейшая вот такая вот игрушка Beyond the Oasis или История Тора. По-разному она называлась, ну да ладно, в любом случае, спасибо тем ребятам, которые перевели эту игру на русский язык, и я надеюсь, что мы сможем также хорошо ей наслаждаться, собственно. Поехали, короче говоря. Нажимаем кнопку старт. Вводим наше имя. Имя может состоять из 3 символов, по-моему. Давайте введем имя вот такое. Наш храм затопило, и, собственно, мы спаслись, так сказать. Ну, давайте немножко проверю управление. Можно удерживать, будет удар сильнее или слабее, в зависимости от этого. В игре существует довольно много комбинаций, насколько я помню. Мы со временем их себе попробуем. Я надеюсь, что вам понравится, потому что игрушка была охренительно крутой. Прям вот охренительно крутой. Здесь можно поговорить с людьми. Ты снова ковырялся в грязи, Али, что ты говоришь? Раскопки? А в чем разница? Вот видите, мы маленький ребенок типа того. А у яблочка. Али, у меня есть кое-что для тебя, хочешь посмотреть? Ну, я уже, видимо, взял. Возьми меня на развалины в следующий раз. Привет! Тут даже песиком можно поговорить, по-моему. А, нет, песик с нами так говорит. Али, где ты взял такой красивый наруч? Не знаю. А привет, Али, у них какой-то хлам ты откопал. А, ну и какой ты хлам откопал сегодня? Ну, такой хлам я откопал. И что же произошло? Так, вы слышите? Здесь мы теперь слышим, что что-то случилось. И оказывается... Ай, я забываю все время, что здесь есть такая тема. Наши враги могут нас атаковать так, как мы их при этом не можем атаковать. На самом деле, вот этого чувака можно тупо зажать вот в этом углу и так отмутузить. Он нам ничего не сделает. Можно бить более сильно, более...
Ау, я забыл про его вот этот прием, ладно. Давно я на самом деле не играл в игрушки от Sega, так что могу немножко иногда тупить, но я думаю, что все будет нормально. Али победил врагов, атаковавших его, и поспешил повидаться с учителем. Принц Али, ты в порядке? Я не знаю, кто они, но им было что-то нужно от тебя. Они могли напасть на замок короля, поспеши повидаться со своей семьей. Ну и нас похилили, собственно говоря. Сейчас я объясню, зачем мы собираем еду. Здесь еще рыба висит, но правда взять мы ее не можем. Вот какой-то тут странный такой. Ну ладно. Так, по-моему, он нам, ну, то же самое, да, говорит. Вот, на самом деле, на русском языке я ее не проходил ни разу. А я ее умудрился найти в оригинале. То есть у меня она была на японском языке. Я абсолютно не понимал сюжета. Я просто пытался как-то пройти эту игрушку. Пытался понять, что же вообще там происходит. Но, естественно... Естественно, мне не удавалось это понять, потому что рыбы тоже опасны. Вот. Только в этой игре, так сказать, можно встретить вот таких вот опасных прям рыб, которые вас будут пинать и убивать. Ладно. С рыбами мы еще встретимся. Что-то я по ним попасть даже нормально не могу. Видимо, разучился это делать. И надо будет привыкать, соответственно, к управлению на геймпаде, потому что оно, естественно, отличается от сеговского геймпада, да, где был какой-то крест, на котором мне нормально в то время удавалось проходить эту игру. Ну как нормально? Я довольно далеко, на самом деле, заходил. Он собирал всех духов. Абсолютно не понимая, правда, грубо говоря, что же кто чего от меня там хотел. Но главное, что я проходил. Мне тогда нравилось. Сейчас же я вместе с вами узнаю еще и сюжет этой игры, надеюсь. Потому что сюжет у игры довольно-таки интересный. Насколько мне известно. На самом деле, диалогов в игре не так, чтобы и много. К сожалению. Но, тем не менее. Так. Видите, здесь есть какие-то скрытые сундуки, до которых мы вот так просто не доберемся. До них надо добираться какими-то другими способами, о которых мы в скором времени как бы узнаем. Здесь нет никакой прокачки. Насколько я помню... А, тихо. Нате. Вот, я всегда... Я не знаю, но я всегда думал, что это крысоежики какие-то. Если кто играл в эту игрушку, а скажите, как вы думали, кто это такие? Вот. Ладно, давайте на самом деле уже будем бегать по сюжету, потому что что-то я долго сижу на одном и том же месте, и это неправильно. Али, это ты? Как долго тебя не было видно? Ты нашел что-нибудь интересное? Ну да, кое-что есть. Привет, Али, все еще интересуешься раскопками? Да, интересуюсь. Ты в порядке, Али? Я видел чужеземцев в деревне и потому беспокоился о тебе. Стало небезопасно путешествовать за городом. А, кстати говоря, еще есть вот такой вот прием. Он делает по кругу разворот. На геймпаде Тому было делать довольно сложно, на этом, в принципе, довольно удобно. Ну и что ты откопал сегодня? Я так давно тебя не видела. Али, где же ты пропадал? Вот здесь можно походить, как бы... поизучать все дело, зайти вот сюда, например, и увидеть здесь какую-то странную штуку. На корабль можно зайти тоже, но это все будет позже. Игра очень обширна, это такое мини-РПГ на самом деле. Вот, я единственного чего не помню. Ага, на все-таки на вот эту, да? У нас, видите, есть разные вещи. Есть наш, так сказать, ранг. Есть сколько у нас ХП, СП, сколько я убил. Есть карта мира. Как вы видите, она
действительно большая. Ну, на самом деле, относительно, потому что вон наша деревня, например, а вон мы, да, то есть вот посередине, если видите, вот от водопада справа. А еще можем делать вот так. И он будет записывать. Но на самом деле он не записывает, нам, по-моему, надо... Я вот сейчас не помню, то ли на F5, то ли на F6. Давайте сейчас посмотрю на всякий случай. QuickSave F5. F5 надо нажимать, тогда он будет сохраняться. То есть если я сейчас пройду, и вот он загрузился. Ну, что-то как-то он... А, я F9 нажимал, простите, вот, все. И вот мы пришли в замок. Король и принцесса ждут тебя. Сейчас они в тронном зале вверх по лестнице. Но на самом деле, помимо прочего, мы можем пойти вниз по лестнице. Принц Алис, возвращение. Что нас ждет, если мы пойдем вниз по лестнице? Нас ждут несколько сундуков, которые мы можем скрыть и взять оттуда некоторые плюшки, которые нам потом понадобятся. Принц Алис с возвращением. Ну да, ничего нового здесь нам не скажут. Прямо можем взять рыбу. Вот такую, думаю, это мандаринка или лепесинка, не знаю, что-то. Вот, можем здесь взять меч вот такой. И опять-таки видим сундучок, до которого нам не добраться. По крайней мере, пока. Ох, как же я не любил этот замок. Но об этом попозже. Обо всем попозже, когда до этого дойдет время. Ладно, на самом деле надо привыкать перемещаться уже с ускорением, потому что бегать придется много. Надеюсь, это мини-РПГ вам понравится. Ладненько. А, король и принцесса ждут тебя, сейчас они в тронном зале, вверх по лестнице. Вообще-то они с тобой в одной комнате. Ну, хотя здесь есть лестница, в принципе, тоже правильно. Так, мне надо еще зайти, помнится, вот сюда вот. Это я помню. Здесь есть три книжки. Бег. Али бежит в направлении нажатия пада. Он прыгнет, если нажать кнопку С, и поползет, если кнопку С зажать. Большая и малая атака. Это нажмите кнопку Б, чтобы атаковать врагов. Али подпрыгнет, если нажать кнопку С, и поползет, если ее зажать. А круговая атака, одна из особых атак, с помощью кинжала нажмите вперед, влево-назад, право, кнопку B. Сальто, это специальная атака с помощью кинжала, нажмите вперед-назад, вперед, кнопку B. И двойное сальто, усложненный вариант сальто, хаотичный удар меча, это особая атака с помощью меча, например, нажмите вперед, влево-назад, вправо, вперед-назад, вперед, кнопку B. Я, честно говоря, делал, в принципе, только, ну, вот такое сальто, да, и вот эту атаку. Остальные у меня не получались просто. Поэтому я даже, наверное, заморачиваться не буду. Да и в большинстве своем, на самом деле, все враги убиваются даже без этих особых приемов. Али, пожалуйста, сходи и прочти книги в зале, в задней комнате. Я уверена, что они тебе помогут. Ну, да. Плюс она меня немножко подхилила. С возвращением, мой сын. Дай-ка посмотреть, что ты нашел. Раньше я слышал историю об этом. Если это действительно золотой наруч, то он причина сегодняшнего нападения. Золотой наруч повелевает духами. Али, пойди и найди духа, спящего в водном храме. И нас посылают, собственно, уже в первую прогулку по этой карте. И что мне нравится, это то, что можно было спрыгнуть вот так и не бежать по всей карте заново. Вот, ладно. Мы сейчас будем пробегаться, так как нам все враги ресуются, как только вы заходите, выходите туда-сюда из зоны. И поэтому... нет особого смысла как-то с ними пытаться сражаться в большинстве случаев, если только вы не идете, например, по какой-то конкретной миссии, по какой-то конкретной локации, где оббежать уже просто элементарно нельзя. Потому что, насколько я помню, прокачиваться здесь можно, но только за счет определенных вещей, по-моему. А то есть, чтобы так прокачиваться, я что-то не припомню такого.
даже вот сейчас вот мы можем попробовать, да, и посмотреть наши статы, ранг все еще первый, как вы видите. То есть ничего не меняется. Единственный плюс то, что из некоторых животных могут выпасть какие-нибудь плюшки, так же, как и из некоторых врагов, в принципе. Вот, поэтому собирать смысл, конечно, есть, но довольно посредственно, на самом деле. Так вот, отпинали ежика. Ежи-крыса. Краса-ежа. Отстань от меня. Хренак. А вот этот, видите, пожирнее. О, нам-то все равно. Мы и не с такими справлялись. А вот здесь, кстати, очень прикольная такая штученция. Смотрите, смотрите, ежики танцуют вокруг. И, кстати, можно поджарить даже. Я вам больше скажу. Они будут некоторое время вот так беситься. Потом, по-моему, прекратят. А еще вот есть какие-то непонятные, вот видите, штуки, которые почему-то не разрушаются. Что же это такое, да? Мы пока с вами не знаем, но скоро, скоро, скоро. Главное вот с этими расправляться, пока они в нас не выстрелили, ну или просто отходить от них, скажем так, в сторону. Вот. Ну, пока на начальных уровнях будет все довольно просто. Я бы даже сказал, очень просто. Видите, все легко умирает. Тут мы открыли первую дверь. Здесь взяли ключ. Блин. Хотя вот я не помню, здесь ли эта фигня или не здесь была. А, не, вот здесь она была. И я очень часто помню, прокакивал вот эту штуку и не брал ее, потому что она появлялась. Ну, то есть я забегал в дверь, а она появлялась. И я такой, твою налево. А, что можем сделать? Мы можем с вами, у нас всего 10 ударов меча, да? Маловато, на самом деле. Ай. Так, вот он застрял. У него можно взять было ключ. И мы подбираем все эти вещи, потому что, ну, на данный момент они нам понадобятся. Просто будет момент, когда у нас будет не очень-то много всяких плюшек, а дамажить нас будет довольно сильно. И вот когда такой момент как бы наступит, ну, скажем так, нам понадобится все это дело. Вот, вот такие вот секретики здесь есть. Для того, чтобы туда попасть, как вы понимаете, ничего сложного нету. Мы просто берем, попадаем и, собственно, все. Открываем дверь, потому что сражаться у меня лично желания с ними нет. И вот здесь наступает маленькая такая проблемка. Небольшая, совсем маленькая проблемка. Там в конце есть дверь. И нам нужно... Нам нужно, насколько мне не изменяет память, найти нужный ключ здесь. Короче, в каком-то из них есть, по-моему, ключ от двери. Вот. Он, по-моему, даже рандомно выпадает, насколько мне не изменяет память. О, да, я помню эту хрень! Так, во-первых... Оп! 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 Все. Excellent. Так, вот здесь вот мы берем с вами как раз таки оружие на 10 ударов, по-моему. Нам хватит вроде бы. И о нет, смотрите, кто-то просыпается. Что за... Я вот единственное, я сейчас уже плохо помню, как его хреначить. По-моему, у него в кишне надо было бить.
Или по нему надо было бить. Вот это уже. Ай-яй. Не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Так, да, мы не можем кушать в том случае, если у нас... персонаж не находится в каком-то непонятном месте. Ай-яй, тихо. Так, прыгай на нас. Ну, я не имел в виду в прямом смысле на нас. Вот, все. Отлично. Теперь будет с одной стороны чуть проще, с другой чуть сложнее. Так, ладно. Я совсем забыл, как уже играть в эту игрушку, так что я, скорее всего, сейчас буду немножко фейлить. Тих ты. Но, тем не менее, босса мы одолели. Что-то как-то плохо я, на самом деле, по нему прошелся. Но первый босс пал. О, золотой наруч, покажи мне свое сияние. То есть мы можем восстанавливать ману. И так вот сиять, типа. Можно зажимать, сиять сильнее, но это не важно. Ладно, видим какой-то куб, и что же это такое? Ядитто, дух воды. У воды есть сила, способная очищать и смывать зло. Клянусь преданно служить золотому наручу. Я приду к тебе на помощь, как только увижу его сияние на поверхности воды. Он нашел Дита, повелителя воды, который был усыплен в водном храме. Почему-то мне всегда казалось, что это все-таки девочка, но... Окей. Инструкция. Магический пузырь, нажмите А, чтобы остановить врага на время. Нажмите кнопку А дважды. Нажмите кнопку А. Короче, шторм там будет. Чтобы закончить вызов. Ну да, можно нажать сразу все собака кнопки. Вот это меня малость всегда бесило. То есть, что они выходи, ты выходишь и как бы сразу попадаешь на этих засранцев. Ладно, на самом деле, что я хотел сделать, это... Эликсир, по-моему, он увеличивает наш ХП. Вот это вот я, честно говоря, я уже не помню. Надо будет отдельно вспоминать. На всякий случай потом напишите мне в комментариях. Возможно, я прочту, посмотрю. Так, ладно. Наша задача основная — вернуться, по-моему, к отцу. Так, принц Али, рад тебя видеть в полном здравии. Ты еще не возвращался в замок. Должно быть, король и принцесса беспокоятся о тебе. И вот он нас подхилил. Замечательно. Собственно, то, что я и хотел, так сказать. По-моему, он нам не восстанавливает ману. Да. Но мана восстанавливается со временем. Либо ману можно восстановить, если ты будешь использовать там восстанавливающую маны хрени какие-нибудь там, полезники. Блямс. Можно еще вот так. О! Эта штука, я помню, что она довольно важная. Она увеличивает, по-моему, наше СП. Ну, как, короче, ману. Вот. Можем вот так вот приседать. Туда проходить. Насколько я помню, нам сейчас надо вернуться к отцу. Вроде как. О, видите, из него выпал фрукт. Ладненько. Бежим, 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 бежим. Добегаем вот сюда вот. Замечательно, заходим. Так, окей.
Самое обидное, что здесь мы, кстати, не можем вызвать нашего вот этого чувачела. Но зато можем взять рыбу и взять эту. Ну, также взять меч и еще один арбалет, но я думаю, что нам они не пригодятся. Я сюда захожу обычно только за этими вещами. И сейчас мы уже подойдем к нашему отцу. И узнаем, собственно, что же делать нам дальше. Потому что можно, конечно, самому идти. Я знаю, куда идти, но мне интересней по сюжету. Я верю, что солдаты отстоят замок. Али, пожалуйста, будь осторожен. Хорошо. Так, ты нашел духа воды. Значит, все это действительно правда. Я уже послал своих солдат разведать, что же были за чужаки. Я ожидаю их ответа несколько позднее. Али, ты должен пойти к восточному водопаду, прежде чем вернутся солдаты. Там должен быть другой храм, в котором спит дух. Найди его и покори своей судьбе. Покорись, точнее. Ладненько, будем покоряться судьбе. Судьбе с водопадом. Но я думаю, что стоит это, наверное, сделать уже в следующей серии, может быть. Ну или я дойду до водопада, все-таки покажу взаимодействие, что же произойдет. Так. Ай. Берем себушек. Эй, стой. Вот. К слову говоря, из рыб можно выбивать, как бы то ни было, рыбу. Кстати, при повторном заходе мы не получим с вами. Ох, вот я не помню, как с ними нормально сражаться, честно говоря. Вот совсем не помню. Ага, вот так вот. Надо, то есть, бить вовремя, короче говоря. А не в то время, когда бью я. Окей, я кривой, как не знаю кто. Короче, как ни удивительно, но из рыб мы можем с вами все-таки выбить именно рыбу. Да чтоб тебя, рыба. Безумная рыба, просто посмотрите на нее. Ага. Хоть из одной рыбы выводи. Ну хорош. Шутишь, что ли? Да хорош. Рыба, ну... Боже, что ж такое-то? Да хорош. Почему я по тебе не попадаю, ребёнок? Так. Вот. И рыба не выпала. Ну окей, ладно, зря я колупался. Вот здесь есть еще один водопад. Ой, водопад это. Мост, под который тоже можно залезть. Но здесь какая-то странная фигня. О которой мы узнаем, наверное, после того, как пройдем вот этот водопад. Но как же нам пройти сквозь него? Мы не можем туда попасть. А вот и можем, на самом деле, потому что у нас есть дух воды. Мои пузыри могут открывать водяные ворота. После чего мы теперь можем со спокойной душой зайти внутрь.